Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин подал иск к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом сам политик сообщил в Фейсбуке. Поводом стали планы провести праздник «День свободных выборов». Районные депутаты запланировали его на 24 декабря. Причина иска заключается в противозаконном давлении, которое организовала на Совет депутатов Красносельского района мэрия Москвы с привлечением прокуратуры. Мэрия Москвы категорически против организации такого мероприятия, хотя, откровенно говоря, по закону у нее нет права быть ни против, ни за. Однако она пытается запретить это мероприятие. Те культурные мероприятия, которые проводятся советами районных депутатов, не требуют никакого согласования. Для этого просто достаточно решения Совета депутатов. Обращение Яшина в мэрии Москвы пока не прокомментировали. В столичном правительстве ранее заявляли, праздник нужно было согласовывать не менее чем за месяц. Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла Яшина от проведения несогласованной акции.